Почти треть современных детей не верят в Деда Мороза. Доброго волшебника заменили Суперменом и Бэтменом. Казалось бы, ничего страшного, но на самом деле они лишают себя настоящей сказки. Вернуть своим детям веру в чудеса, а себе обеспечить праздничное настроение можно. Добро и радость принесут с собой Дед Мороз и Снегурочка. Для детей это самое главное, то есть их вера в сказку, их вера в добро, в чудо, чтобы ребенок рос изначально, понимая, что все-таки на земле жить без чуда невозможно. А чудо по русским традициям – это грозный на вид, но очень любящий детей Дед Мороз и красавица Снегурочка. Без современных героев тоже никуда. Миньон и Спанч Боб – самые популярные. Но и Баба-Яга уходить не желает. Теперь она не злая, а воспитанная и отзывчивая. Аниматоры и куклы на детском празднике не просто развлечения. Они помогают развить общительность и избавиться от замкнутости и закрытости. Вот только подыскать такого персонажа порой достаточно сложно. Поэтому, как пройдет ваш Новый год, стоит подумать уже сейчас и заранее обратиться в агентство праздников «Позитив». Здесь и взрослые найдут своего любимого персонажа, который и споет, и станцует. А веселый ведущий учтет все пожелания и не даст празднику превратиться в обычное застолье. Ульяна Токарева, Максим Лобачев, ЗапТВ.